друзі! В ефірі програма «Розмова на тему» в студії Нелі Толмач. Традиційно о цій порі я запрошую вас до бесіди, присвяченої нашим талановитим землякам. З великою гордістю я хочу сказати про те, що насправді не перевелись знавці майстрової справи Південної землі. Сьогодні до нашої студії завітав саме такий майстер. Володимир Приходько у нас у гостях, майстер творчого об'єднання «Прибужжя». Володимир, я вітаю вас і дякую, що ви сьогодні з нами. Спасибо. Ви знаєте, коли кожен раз ми говорим о мастерах, каждый раз это, знаете, свой оттенок, свои какие-то эмоции, свои эмоциональные всплески и ударения, безусловно. И когда мужчина приходит и украшает нашу студию своим творчеством, это особенно приятно, я вам за это благодарна. Но резчик по дереву – это призвание, правда? Да. С чего начиналось? Давайте вспомним. Кстати, очень... Зоопарк наш. Там были такие столбы, и на них мужские лики были. В таком, в простом изображении, но мое детское воображение нарисовало их получше, и я был в восторге от них. Я первый раз увидел вообще резьбу. И в этом случае уже пошел ножовку и ДСК. Это сколько лет вам? Это было, может, класс пятый, может, четвертый. Ножовку взял, ДСК, там бревен было много, отпилил кусок, попросил меня, пили. Все это было, отпилил уже в гараж, давай там все. Ну, маску когда сделал, мне не понравилось. Сказал, что нет, что-то не то, мне не это хотелось. Ну вот вы понимаете, конечно, у каждого мальчика, девочки, подростка, у них свои представления о творчестве, что-то ближе, что-то хочется познать, да, где-то видел. Ведь ниоткуда же оно не получается. Наверное, какие-то связи были вот с деревом до того, какие-то желания? Нет, не было. Ну, в смысле, желание-то было, но связи, чтобы я видел эту резьбу, там нет. Не было нигде, у меня знакомых никаких не было. Отец, правда... солистом был в группе, и у них на выездах они с мастерами тоже. И такая попалась у нас дома, лежала выбийка. На материале разными цветами выбивается деревянными калошами, такими накрашивается она. Вот. И я был удивлен, что так размазано было нарисовано, в общем, и на баракане. Мне нельзя на диванах рисовать. Вот, а на баркане можно. Это кто так сделал? Я показал. Он мне тогда рассказал, что это такое. Угу. Вот как делаются вот эти отпечатки с дерева. Как вся конструкция. Это как она делается, как ключ, какие цвета. И так все детально рассказал. Что... А еще сказал, говорит, если освоишь это дело, будешь на коне. Конечно. Я же спросил, а что такое на коне? Ну, это тоже он там. Это значит, что будет впереди там. Я говорю, о, как подумал. Как просто. Что будет успех. Успех, да. Ну и на время себе нарисовал такое будущее небольшое, что-то там попробовать все-таки, но что-то поинтереснее сделать. Понятно. Кто вы по образованию? Электромонтер. То есть никаким образом с творчеством, с деревом ваша профессия не связана? С профессией это связано, конечно. Знаете, есть такая, если начальник приходит и видит электрик спит, это он хороший электрик. Значит, все работает вокруг. Если электрик работает электромонтер. Это плохой электрик. Надо быстренько сделать все и спать. Кто-то домино занимается, кто-то в картами, кто-то книжки читает. Кому что интересно, надо чем-то занимать. Либо спать, быть настоящим электромонтером. Да. Вы видите, как много всего на самом деле таких маленьких нюансов, которые, в общем-то, формируют суть человека. Как сформировало вас ваше увлечение, потому что это такой, знаете, обоюдный процесс, потому что наше хобби, да, мы притягиваемся к какому-то делу, но потом, если мы втягиваемся в философию этого дела, оно и нас формирует. Как вот вы это чувствуете? Формирует. Вот вся эта работа так меня в завод вот сильно формировал, дал понятие о металле, это же свод. Дал понятие заточки инструмента. Я на заточном участке работал. Все это видел, как оно затачивается, какие марки абразива, какой материал металл лучше, хуже, вот как оно затачивается, почему оно так острое. И вот из-за того, что у меня времени было много, надо было чем-то заниматься. Я решил свою детскую мечту воплотить в жизнь. В свободное время себе резал. Даже в обед кто-то домино играет, а я режу. Домино не играл. Ну, мне неинтересно. А вот резать интересно, что-то новое, его доставать оттуда. Доставать. То есть образ достается? Достается, да. Это как?
Есть несколько вариантов. Можно его сначала рисовать, потом лепить, а потом резать. То есть вы берете кусок дерева? Кусок дерева. И вы видите образ? Много. Много? Очень так. много. Их там не бесчетное количество, если в бревне. Это какие-то мистические уже моменты в нашей программе происходят. То есть вот эта иллюзия образа, она как бы висит, этот прообраз над... Он движется, он изгибается, он живой. Если там цветок, то он постоянно движется. Даже когда его режешь, он тоже движется, извивается. И потихоньку ему пространство меньше, 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 меньше. Пока он просто встал, это значит... На свое место, все. Да, и появилось, я определяю, когда готовая работа полностью, это хорошо видны сердцевинные лучи. Вот их стало видно, все хорошо, она готова. Класно. Шановні друзі, зараз я хочу, щоб і ви насолодилися цим процесом творчим, а в принципі можна побачити результати цього творчого процесу майстра Володимира Приходька за допомогою наступної відеозамальовки. Там прекрасні роботи. Давайте дивитися. Безумовно, прекрасні світлини, прекрасний світ творчості майстра різьбяря Володимира Приходька. Сьогодні майстер у нас у студії. І ми маємо можливість поспілкуватися і дізнатися про філософію творчості цієї людини. Владимир, ну, я удивлена всегда вашим работам, потому что они живые, они продолжают жить. И когда вот вы говорите, что вы ощущаете дерево как живое, даже когда это сруб, когда это кусок дерева, полено, собственно говоря, которое вот в топку, да и все, а вы говорите, что оно живет, и оно подсказывает суть последующей работы. Да, сам.
Как происходит вот этот контакт? Как вы подключаетесь к этому процессу? Потому что я тоже могу смотреть на дерево, но никаких образов я там не вижу. Как вы поняли, что дерево вам дает подсказки? Как произошло вот это впервые и как оно усовершенствуется сегодня? Образы у всех есть. К примеру, если сказать, ты знаешь, там приходит Володимира, то сказать, да, и сразу лицо такое, так, вот оно да, мутноватое, да. Немножко. Ну, с людьми проще. С любым вещью, там, кастрюлю, знаешь, какая кастрюля? Ну, да, она вот такая, и вот такая. И внутри пустая, с картошкой. Но образ размыта немножко, как фотография. Вот такой образ и ко всем приходит, и мне тоже ничем не отличается. Просто вера должна быть. И вера дала мне возможность увидеть в каждой кусочке дерева что-нибудь новое, что-нибудь интересное. Вера в широком уже понимании слова, вера в Господа как Творца? Вера, да, и в Него, и в себя вера, и вера в то, что человек может буквально все. Вырезать все, что угодно, нарисовать все, что угодно. Мне, допустим, не нужно рисовать и не нужно лепить. В смысле, я могу нарисовать. Но этого можно не делать. И этому я учился. И мне было интересно, можно ли создать то, без карандаша, абсолютно. Вот мореженка. Угу. Просто с чего-то начать, и чем-то и она закончится. Для начала нужно просто начать ее. Начать точить яйцо. Выточили яйцо. Начали вырезать его, и уже там оно прямо на месте все решается. Можно без карандаша. Можно с карандашом, можно смело. Вот это вот я думал решить, попробовать, получится у меня ли такое, либо нет. Получилось. Ну, понимаете, вот, например, вот сейчас это мореженку мы видим, да? Это мореженка. Мореженка. Для того, чтобы она получилась, надо все-таки знать законы, определенные резьбы, процесса этого. Вы сами учились этому? Были люди, наставники, которые помогали? Как происходило? Не было, оно само где-то откалывается. Значит, я неправильно как-то резал. То есть дерево подсказывает? Дерево подсказывало. Оно подсказывает всем буквально, своей структурой, своей текстурой, своим видом. Когда впервые получилось? Ведь не сразу же, наверное. Сколько дерева переработано было? Нет, я думаю, что даже если что-то не получилось, все равно это получилось. Это блин. Он получился, горелый. Ну здорово, после него какой должен быть? Уже не горелый. Вы философ по жизни, да? Что позволяет вам вот так вот все-таки в любом деле, в любом процессе видеть позитив? Как переломить себя и в какой-то момент вот понять, что все хорошо? Особенно вот этот совет важен для тех людей, которые хотят свою жизнь разнообразить каким-то хобби, да? Но в каких-то моментах не получается. Хочется отойти, отбросить, да ладно, что-то другое. Как здесь быть? Правильно. Когда люди бросают, то думают о чем-то другом. Да. А надо думать о том, чем делаешь. Если кушать готовишь, то думай о каше. Вот. Если режешь, то думай о еде. И каша должна 100% быть классной? Или можно допускать какие-то? А вот, к примеру, как кришнаиты готовят, мне понравилось. Они солят и перчат, но не пробуют. Так. Они доверяют Богу, что уже она будет готова и будет классный вкус, соли будет меньше. Но они рецептуру хорошо знают. Они рецептуру веками не меняют. Но не пробует. Так. То есть доверять. Доверять. Доверять себе, чувствовать процесс, да? И контролировать себя. Плохие мысли убирать сразу. И когда они только начинаются, нужно вспоминать, что это плохо. И плохие мысли, они будут все во плохом воплощаться. То надо сразу вспоминать о чем-то хорошем. И сразу так себе вопрос, о чем можно подумать хорошим? Ну да, вспоминай давай. Ну вот о резьбе. Хорошо, давай о резьбе. И я что-то так замкнулся, все, уже я о резьбе думаю. Уже хорошая мысль. Классно. И, наверное, поэтому, да не наверное, а поэтому каждая ваша работа, она очень теплая. Как вы чувствуете дерево? Какое дерево вам ближе? Какие виды дерева используются? Дерево, виды разные используются, потому что мне интересно разные породы попробовать, какие они лучше, какие хуже. Теперь точно знаю, что все они хороши. Можно вырезать и из ивы, и из липы. Из липы не режу, и из ивы не режу, но мягкая. Больше нравятся твердые породы, применить силу. Куда-то надо ее применять, сидя руками потихоньку. Понятно, но казалось бы, легче же, когда мягкое дерево, быстрее создается образ, нет? Большой образ, тогда да. А мелкий образ там нет. И уже начинаешь филонить. К примеру, глазки делаешь, чтобы не вырезать, его можно выдавить на иве. А в орехе уже этого не сделаешь. Надо вырезать. На нем можно вырезать. На иве нельзя вырезать.
но слишком мягко. Ваше любимое дерево все равно есть? Вот как вы чувствуете, вы видите, вы идете от энергетики, от этого тайного процесса контакта мастера с материалом. Какое дерево самое благодатное для вас? Которое попалось, и я его еще не пробовал. Ага, каждое новое это... Я его как увидел, все, уже ничего не хочу, то не хочу, я хочу это. Уже взял, рассматриваю, уже кручу его, уже там поставлю, там поставлю. И что, есть такие, которые еще пока что не изведаны? Ну, иностранные деревья, да, или наши, к примеру, вот я, из вяза есть, а граб вот я не резал еще ни разу, не пробовал. Потому что не растет у нас? Он ко мне не пришел. Угу. Когда придет, будет здорово. А как, кстати, вот происходит это все? Как дерево приходит к вам? Потому что это тоже очень такой сложный процесс. Он очень интересный. Друзья, когда приходят, много друзей заходят, посмотрят, через некоторое время уже приходят с бревном. Так. Говорят, во, смотри, что я нашел, глянь, давай вырежем что-нибудь. Вот, недавно вот из мешковки мне приехал вот этот вот кусок ореха. Это орех? Орех. Как называется эта композиция? Ведь вы же даете им имена? Пивник. Пивник. Конфетница, да. Она это конфетница. И я как раз экспериментировал, и сейчас изучаю такой подход к огню, чтобы огонь помогал мне вырезать. Я немножко открою тайну. Дорогие друзья, наша студия благоухает просто, во-первых, запахом древесины, это понятно. Но вот этот пивник, он излучает особенные запахи, потому что он обработан по-особенному. Если захочет, Владимир, он расскажет. У нас в студии запах дерева, обработанного огнем. Вот это не запах гари, нет, это другое совершенно. Как происходило? Я вам расскажу сначала, как это начиналось. Да, да, пожалуйста. Вот эта мореженка. Угу. Она была желтоватая. Такой мне орех принесли, и он желтоватый. Это орех, можно светлый обсудить? Орех, да. Я его сделал еще немножечко желтее. Она невесомая, желтее. Дорогие друзья, она невесомая. Это такое ощущение очень, ну, я не знаю, во-первых, теплое. Она прозрачная, воздушная, вы видите, она вся светится. И плюс ко всему она легенькая, просто ну как пушинка у тебя в руках. Так, и какая история с ней? История. Она была светлая, желтоватая. Я ее вскрыл маслом облепихи, стала она еще более золотая. Мне так захотелось. И чтобы подсушить это масло, я его всунул в духовку, в печку электрическую. Включил ее, ожидал, пока оно высохнет, потом какая-то у меня идея новая пришла. Я отвернулся, забыл и только вспомнил, когда запах пошел. Так. Запах гари, горелого дерева, дыма. Вспомнил, прибежал, открыл, вытащил, руки обжигаю. Оно с одной стороны только подгорело, стало вот такого цвета. А так все остальное желтое было. Сел и... Начал думать, хорошему это или плохому. Ну, или повернуть куда надо. В хорошую или в плохую сторону. Я в хорошую повернул сторону. И начал ее вставлять тем местом, где оно не подгорело. И подгорать ее всю. Вот она подгорела. Я увидел, что действительно хорошо. Классно. А еще у меня такой вопрос сразу возник. Почему она там не треснула, не лопнула, не разорвала ее? При такой большой температуре. Держать я их не мог. Температура была больше 100 градусов. Но она не загорелась, в смысле, дымить начала. Дерево выдержало, да? Но она не лопнула или не треснула, хотя она из цельного дерева сделана, из кругляка. Вот задился, и это самое. Сразу интересный у нее эффект такой получился, что натираешь ее, она блестит, и не надо лаком пользоваться. Вы видите, сколько моментов одновременно вы сделали. Да, эксперименты. Сделал печку, в ней сделал коптилку. Специально для дерева. И теперь там копчу все, что мне попадается в резьбе. Ну, в данной ситуации, какое дерево было вот на исходнике, когда до копчения? Оно светлое было? Светлое. Светлое. У живого дерева особенный цвет. Не такой, как у ореха старого, как у которого нам привычно смотреть. Когда его срезаешь, он другого. Серенька снаружи белый, бывает желтоватый. Разные оттенки бывают. Смотря где растет, чем его поливает. Вот, и с печкой почему, что оно не лежит и не сушится. Я его срезаю, сразу работаю. Если оно полежит, я уже его не трогаю. Там треснет. Треснет, да? Да. Треснет. А когда начинаешь с ней сразу работать, то
поддается. В печку, да, можно ее ставить в печку. Вы знаете, дорогие друзья, вот рядом с вот этим пивником еще есть работа, она очень особенная, она очень символичная и, как для меня, сакральная. Расскажите, пожалуйста, Владимир, что это за дерево, потому что дерево особенное тоже. Дерево называется чумачок. Так, это наша традиционная украинская порода, да? Ну, скажем, почему раз нас назвали ее чумачок, чумачок. Там, таким великим именем, да. Значит, наше родное. Угу. Родина его в Китае. Все-таки Китай, это? Китай, да. Называется оно Айланд. Айланд, его называют у нас китайский ясень, ну, чумачок ближе. Как вы о нем узнали, что есть такой чумачок? Потому что Айланд неизвестное название совершенно, а чумачок тоже, я так думаю, что для знатоков, наверное, известно, а широкому народу нет. Давно я знал это имя, его, но никогда не пробовал с него вырезать. И тут у меня не идея, а мне надо было, мне хотелось что-нибудь вот народное, что-нибудь ближе. Ближе к народу. К истокам. Ближе к себе, да. Угу. То сразу появилось это дерево, привез мне там товарищ Валера, есть такой у меня, лес валит и продает там, не знаю, там свои дела у него. Но мне когда надо, то он как раз приехал и говорит, вот завалил такое дерево, чумачок, дай кусочек. Он мне его привез. Я попробовал с него что-то вырезать. Какое оно по ощущениям? Оно твердое, сложное было? Оно легкое. Легкое. Легкое, но твердое. Легкая, твердая, хорошо режется, шлифуется хорошо, пропитывается хорошо, коптится классно. Я знаю, что вы говорили, что как-то запах уксуса там еще есть. Это когда его варят, вываривают, там никакого запаха. Своеобразный, запах, да? Угу. Как названа эта работа? Потому что она несет очень большую сакральную славянскую символику. Моряник. Почему именно вы подошли к вот такой серьезной символике? Потому что каждая мореженка, она свое наполнение, любая работа, в принципе, да? Это как? У меня было желание подумать, что такое сварга. Угу. Что такое сварга и выбрать вот для себя. Вот этот символ, вы видите, вот по центру. Сварга. Вот это называется сварга в работе. Это. Сварга. И сварги бывают разные. Это называется молвенец. Угу. Я для себя хотел узнать, что оно такое и как оно получается. Подумать. У меня время для этого много. Я с утра до вечера, если вырезаю, то у меня ни телевизор, ни приемник, вообще ничего не работает. Я сам себе, в себе и вместе с ней думаю именно об этой сварге. И картины, если я вижу в дереве, это у меня так интересная была такая тоже идея, раз я в дереве вижу образы, то почему бы мне не посмотреть этот образ в будущем, как она будет, у кого ничего она будет. Ничего себе, да? Так, и так. Что? Вот. Или это самое, почему ее так назвали, или что она символизирует, да. Или да. Что я вижу в этом завернутом состоянии. Вот как раз вот я такой вот... Так и что и увидели, как вот в будущем эта работа, как она развернется? Она уйдет, она долго у меня не будет. Но мы можем проследить, дорогие друзья, конечно же. Владимир, как вы видите ответственность сакральной символики в использовании вот в таких декоративных предметах? Потому что эта работа может быть украшением быта, да, и человек может быть даже не обращать внимания на то, что действительно очень мощная символика заложена в работе. В любую работу, пусть даже особенно в символикой, то нужно следить за своими мыслями. Так. Если у тебя хорошие мысли, то она будет приносить человеку, обладателю этого мреженки, будет приносить только добро. Все хорошее. Если он будет злой, то она от него тоже уйдет. Это основа основ, потому что когда что-то создается, оно должно создаваться для созидания, правда? С любовью. Для того, с любовью, да. И как вы отбираете работы, например, других мастеров? Как вы чувствуете работы других мастеров? Вот отправная точка от чего, когда вы рассматриваете, например, работы других резчиков? С душой или без души? Как это, если без души? Вот она все равно будет красивая работа. Нет. Ну, вот, к примеру, станок. Он не сделает, он хорошее все сделает, но для него надо программа. И он сделает все по программе. А это означает, никакой души он не вложит туда. Это металл. И изменений никаких не сделает. Я же увижу, когда оно будет в объеме, то увижу какое-то, здесь надо изменить. Вот я изменяю, это душа. Вот она рождается, да, вот само в полном по себе, смысле да. Слова рождается. По пути. Ой, Владимир, время заканчивать, много интересной информации сегодня просто изобилует. К чему сейчас стремитесь, что хотите создать, какой образ вот сейчас рождается в вашем сознании? Очень хочу в лес, в большой, с большими деревьями, и попробовать, не попробовать, я хочу что-то огромное, но на корню, чтобы оно было еще более живое.
Ничего себе. Это будет какая-то монументальная скульптура, может быть, это в каких-то детских учреждениях, вариантов, где вы видите? Очень много. Много, да? Ой, вариантов очень ну много. Ну что ж, я больше чем уверена, что они реализуются, а мы, дорогие друзья, будем наслаждаться этой красотой, потому что ее рождают наши с вами земляки. Владимир Приходько сегодня был у нас в гостях. Спасибо вам большое. Спасибо. Свершение всех ваших замыслов. І вам спасибо. Того же. Шановні друзі, підходить до завершення програма «Розмова на тему». Я, Нелі Толмач, вдячна всім, хто склав нам компанію. Я бажаю вам миру, добра, любові. Бережіть одне одного і дивіться телеканал «Миколаїв». До зустрічі в ефірі.